Кино, кино, кино. Муза 20 века. С его характером, энергией, темпераментом. В рядах советского кино свое скромное место занимает и Свердловская киностудия. О ней наш репортаж. То есть о самих себе. Попытка непритязательного автопортрета. Здесь мы живем. Живем все лучше, светлее, просторнее, с хорошими видами на будущее. И в согласии с современными ритмами. Шутка операторская безотказно служит кинематографу все 60 лет. Так же, как и сами операторы. Дайте им только точку опоры, любую, самую пропащую. И в поисках свежего ракурса они, не задумываясь, перевернут земной шар. Уже без шуток. Собственный корреспондент журнала «Советский Урал» по Челябинской области Константин Петрович Дупленский, славного корпуса фронтовых операторов. В дни войны в героическом Севастополе. И в первые дни мира. Сразу после фронта Свердловская киностудия. По сей день не расстается с камерой. По сей день в строю ветеран. А между тем все новые и новые киногруппы спешат по далеким и близким, но каждый раз новым адресам. На север спешат и на юг торопятся, то за солнцем, то за снегом. Однако все же чаще на север. Урало-сибирская прописка обязывает. Природе, охране ее и защите посвятили свое творчество старейшины советского научно-популярного кино Леонид Иванович Рымаренко и Вера Елисеевна Валянская. В нашей стране и за рубежом известны многие научно-популярные документальные фильмы студии. Вспомним хотя бы три из них. «Круг жизни». «Человек в очках» – мистер Уиллер, президент American Magnesium Company. Недавно ему пришлось закрыть сходное предприятие в Техасе из-за отравления местности хлором. Президент поклялся купить советское оборудование, если высидит в цехе без противогаза 15 минут. Просидел час. Купил. 20 дней жаркого лета. Чтоб не было такого момента, что электрики ли готовы, механики не готовы. Вот 16:20. Начальник цеха берет в правую руку электрика, в левую механика и дает команду включить стан. Как там на БАМе? Давайте с вами сразу расстанемся. Берите свои рюкзаки, и все вас правильно поймут. Чтобы вы в тяжелую минуту потом, когда уже нельзя будет вот так вот с вами говорить лицо в лицо, не бросили нас в тяжелую минуту. Я вот так вот вам сразу обращаюсь. Кино, кино, кино. Муза подросток. Любимое дитя времени. А потому и самое капризное. Ах, если б вы знали, сколько надежд, бессонных ночей, фото и последних сил вложено в эти метры и километры пленки. Но тише, не сглазить бы. Здесь все только начинается. В студийном павильоне царствует его величество художественное кино. Первым в декорацию приходит режиссер будущего фильма «Двое и война» Олег Павлович Николаевский. Нужно хорошенько оглядеться в новой обстановке, навести порядок, прежде чем позвать сюда своих героев, прежде чем включит камеру лауреат государственной премии, оператор Игорь Васильевич Лукшин. Чтобы молодые актеры, рожденные во времена мира и покоя, вдруг опалились бы огнем той
далекой уже безмерной беды, и смутились бы душой. Потому что только тогда им удастся правдиво прожить чужие незнаемые жизни. И так снимается кино. Как некогда снимались, наверное, многим памятные «Сильные духом». Что означает эта красная линия? Я повторяю, это государственная тайна. Поэтому я вас и спрашиваю. Ну? Мы только теряем время. А куда нам спешить? Вас спрашивают. Извольте отвечать. Приваловские миллионы. Ну, миллион-то его еще наживать надо бы. А те 500 тысяч, что от матери остались? Бабки 300, Феодор Алексеевич. Господи, да с заводов 3 миллиона с заводов получит. У заводов какие там миллионы? Заводы все в долгу. Однофамилец. Пожертвовал одним, да. Наверное, арифметик тут не решает. В том-то и дело. Я сейчас могу помочь Кузьмину. А ему это нужно. А рядом иные страсти, иные манеры, иные костюмы. Здесь режиссеру Ярополку Леонидовичу Лапшину, заслуженному деятелю искусства РСФСР, лауреату государственной премии, приходится быть единым в семи лицах. И легким отзывчивым партнером, и терпеливым педагогом, и решительным командиром. Идут пробы актеров. Первые подступы к новому фильму. Однако кино делается не только на съемочной площадке. Монтажные. Здесь режут, кромсают, склеивают, вживляют и снова безжалостно отсекают, чтобы вскоре перевернуть все вверх дном в поисках отсеченных. Зато в большом тон-ателье правит бал тишина. Хотя именно здесь наши фильмы обретают свои голоса, порой достаточно шумные. Ну а первые итоги подводит художественный совет. Обсуждается работа молодых. Председатель, директор студии Юрий Александрович Ословский. Сегодня и завтра Свердловской киностудии. Студия делает до 10 художественных фильмов в год. В будущем должна будет делать 15. Им, молодым, и делать. И пусть их жизнь в искусстве станет такой же долгой и доброй, какую прожили в нем режиссер Галина Михайловна Тургенева, или оператор Александр Степанович Телятников, или постановщик Игорь Иванович Горелов. Недавно ему исполнилось 75. На студию пришел в 43-м, в первый день ее творения, прямо из госпиталя на костылях. Да так вот до сего дня и плотничает на ней, и не желает себе иной доли. И кто бы мы ни были, опытный редактор художественных фильмов, техник записи, или гример, швея, мастер по свету, или инженер по пленке, все вместе, без малого 1000 человек, мы и есть Свердловская киностудия.